Доброе утро, товарищи. Утро из Сеула, из отеля Патио 7. А напротив здесь находится Патио 9. Давайте с вами пройдемся, посмотрим. Мы сейчас находимся на 19 этаже. Вот здесь, как посмотрите, хотя бы я небольшой обзор вам сделаю. Практически со всех ракурсов, но только музыка тут. Для кого она тут играет, непонятно. Да, это, конечно, хорошо это все показывать под музыку, но YouTube потом может блокировать. Вот это вот все за стеклом. К сожалению, сегодня мы с вами искупаться и поплавать на крыше этого бассейна не сможем. Глубина 1 метр. 1 метр. Воды в нем нет. Знаете, а вот с моим головокружением я боюсь вот туда подходить. Вот здесь вот мне не страшно стоять, а сюда подняться уже голова начинает кружиться. Ну да ладно. Ой, бляха, муха, ребята. У кого такая проблема, вы меня поймете. Все, прохожу. Господи. Господи, прохожу и держусь, чтобы не упасть. Ой, батюшки мои, ребята, не могу стоять. Держусь. Так, все. Закрепилась. Вот он, Сеул, красавец. Ну, а там интересно. Люди на крыше палатки разбили. Ой, мои золотые. Все, пошла-ка я отсюда. Реально голова кружится. Ой. Ну нафиг. Не, а слушайте, а почему так? Вот тут стою нормально, а только туда поднялась, уже не могу. Ноги подкосились. В общем, небольшой обзор вам сделать. Там я смотрю какой-то парк. Конечно, сейчас зима и все серое, но вот там, я смотрю, немножко зелени есть. И народ все-таки старается, потому что негде посадить деревца, земли вообще нет. И кто как может, кто-то даже на крыше умудряется посадить. Но все равно не спасешь. А ну вот как раз то, о чем я говорю, вот там крыша. И народ посадил деревья. Это все снимаю через стекло. Стекло не очень чистое. Вот еще крыша дома в форме лодки. Ну да, на крыше можно вообще, посмотрите, на крыше вообще можно жить, если ее благоустроить. В
Корее очень строго все с курением. No smoking zone. А вот здесь, скорее всего, это самая большая пепельница, которую я только видела.